Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Hello. Ну вот, мы получили посылочку, вернее, это для Миленочки, на ее день рождения от моей подписчицы Танечки, которая проживает в городе Каркасон. Милена открывает первый подарок. Да, кстати, платье уже нарядил ребенок. Вот мы тут нарядные. Вот именинница снимает этикетку. Давай, давай, Тиен. Ой, ох, и тетя Таня. Да. Ух ты. Ой, книжечка, доченька. Ой, какая книжечка. Боже, какая прелесть, доченька. Ой, язык у нас высунулся от счастья. Ой. Ой, Танечка, громаднейшее спасибо. Ой, супер, мышонок, смотри, ля сури. Ой, какая красота вообще, супер просто. Обожаю такие книжки. Ой, вон, следующий подарок. Ну, тетя Таня вообще молодец. Одного и мало ей, так она целую кучу нам наслала. Ох, и Милена, теперь ты должна будешь хорошо себя вести. Ой, что там такое красивое, какие, это заколочки, доченька, ой, как он, и сразу поняла, куда, какая красота, ой, а это что такое, и батарейки тут, и что это такое, тетя Таня тут еще выдумала, ну, Милена, вообще, ты, конечно, от тети Тани больше подарков получила, чем от мамы с папой. Это какая замечательная игрушка. Это уточки такие. Но мы еще батарейки не вставили, потому что он, Миленка, бегом хочет пробовать играть. У нас вообще тут беспорядок, но Милена играет. Ну и плюс ко всему, вы посмотрите, просто невероятной красоты наряды. Шубка, ну вот я не знаю, но для маленькой принцессы такая красивая. Платьица, сарафанчики, костюмчик, он с брючками, еще одно платьице. Ну и вот это, которое вы видели, что ребенок его нарядил и буквально не хочет его снимать, потому что оно такое атласное, красивое. Боже, как приятно, вот все-таки нашу русскую душу можем понять только мы, что совершенно чужие люди могут вот от чистого сердца собирать вот такие вот подарки. Абсолютно практически незнакомым людям. Снова благодарю очень. Сегодня у меня будет такое видео очень спонтанное, и снимаю я его с огромнейшим удовольствием, с чувством благодарности. Ну, вообще, честно скажу, меня переполняют эмоции. Дело в том, что, как вы уже знаете, тот, кто меня смотрит, и моя Миленка, вот 15 февраля отмечала свой 2-летний день рождения. И моя подписчица, которая Танечка, которая проживает в Каркасоне, прислала ей подарки. И настолько неожиданное было содержание посылки, столько всего, много. И все настолько замечательное, настолько прекрасное, что ну, я не могу просто об этом не сказать. Ну, во-первых, вот такая вот чудесная открыточка, которая вот открывается и здесь подписана. И ну, самое наилучшее пожелание от всей Таниной семьи, от ее доченек, мужа. В общем, это ну, настолько приятно. Вот, знаете, когда получаешь какие-то открытки, подарки от людей, которых ты знаешь, это приятно. Но когда от совершенно незнакомых людей, с которыми ты только общаешься по телефону и через YouTube, и, ну, в общем, я не знаю, у меня настолько, ну, очень мне приятно. И, ну, как вы уже видели, Миленочка разбирала посылку. Я сейчас в спокойном темпе покажу, что именно там было. Вот такой вот замечательный обруч. Просто вот красивенный, такой нежный, такой, ну, просто для девочки цветы. К любому платьицу подойдет. Ну, естественно, ребенок его сразу же нарядил. В общем, очень понравилось. Огромное спасибо. Затем вместе с обручем были вот такие вот чудесные мини, ну вот это вот уже Миленочка тоже прическа сделала. Вот такие мини-заколочки вот для девочек просто, ну я считаю, ну супер красиво. Я вот так вот ей на волосики одела их, и очень красиво смотрится. И для таких вот волосиков у нас они такие легкие, пушистые, ну как раз то, что нужно.
В общем, с какой любовью, вот с какой заботой собиралась посылка, что человек думал. И, ну, очень приятно. Вообще, Танюша, спасибо огромное за тем. Смотрите, вот такая вот замечательная книга, как раз вот для деток, которые начинают только вот познавать мир. Все красочное, все такое красивое. И вот как детки любят, они же любят все открывать. И такими большими буквами написано. Ну, в общем, Милена просто в таком восторге. Она не знала даже, за что хвататься вообще. Ну, изумительная просто книжечка. Просто замечательная. А затем вот такая вот игра. Сейчас я ее тоже покажу с вот этой стороны, чтобы было понятно. Это вот такие вот уточки и удочки к ним на магнитиках. Затем все это поет, оно с музыкой. Ну, в общем, для ребенка это тоже, конечно, ну, супер, супер. И вот такой вот просто замечательный плюшевый, такой хорошенький медвежоночек. Ведмедик, нет, медвежонок, я уже и по-украински, и урсан, и по-французски, в общем, вот такая вот, он такой нежный, такой мягонький. В общем, Танечка и вся твоя семья, огромное спасибо за такие чудесные подарки. Нам очень-очень приятно, Миленке все подошло, она очень довольна. В общем, рада и счастлива, и очень-очень, ну, по-своему, конечно, вас всех благодарит. Ну и, конечно же, всем большое спасибо, что вы были со мной, и искренне благодарю снова, и ну, мне очень-очень приятно, и до скорых встреч, пока-пока!